Этот год, в отличие от предыдущих лет, имеет одну особенность. В поликлиниках, где проходит медосмотр дети, критических очередей нет. Нет их и в Брестско-детской стоматологической поликлинике. А значит, большинство родителей к прохождению профилактического осмотра перед садом и школой, а также получению медицинской справки для своего ребенка, стали подходить серьезнее и не дожидаются время пик. Елена Федосюк с 12-летней Машей пришла к стоматологу в месяц рождения девочки, чтобы не только удостовериться, что все зубы здоровы, но и получить заветную справку. Очень важно проверить именно в детском возрасте всякие дефекты, какие-то нарушения в ротовой полости, но чтобы это потом не обернулось дополнительными, допустим, затратами уже в таком серьезном возрасте. Ребенку будет 31 августа день рождения, и перед школой мы делаем профосмотр всех врачей. Вот сейчас мы пришли к стоматологу провериться. Мы ходим 2 раза в год стабильно, потому что у него как бы есть проблемы с зубками. Ну, главное найти своего врача, чтобы он не боялся. Даже несмотря на то, что больших очередей в детской стоматологической поликлинике не наблюдается, нагрузка на медицинских работников в летний период все же есть. Ведь это то самое время, когда одному нужно только пройти профосмотр, другому заменить пломбу или вовсе удалить зуб. Профосмотр – это процедура, в которой я смотрю состояние полости рта ребенка и по необходимости направляю к другим специалистам. Вообще профосмотр проходится по дню рождения, и очень важно, чтобы дети соблюдали и их родители это правило, потому что сейчас у нас поликлиника немножко перегружена, потому что к школе профосмотры нужны всем, а в день рождения не все добросовестно приходят. Для того, чтобы пройти профосмотр, желательно взять с собой карточку из поликлиники, так как есть возможность поставить печать туда и не писать дополнительные справки. Не нужно бояться профосмотра. Ребенок приходит, присаживается в кресло. При помощи инструментов я провожу диагностику состояния полости рта. Также при необходимости я их направляю на лечение. Они могут поменять пломбу, вылечить зуб. Также возможно удаление молочных зубов по причине того, что остались осколки зуба или зуб уже несостоятельный. После этого я могу дать консультацию ребенку по поводу гигиены полости рта, а также по направить к ортодонту при необходимости. Некоторые скажут, если зубы не болят, к стоматологу идти незачем. Это неверное утверждение, ведь именно регулярное посещение стоматолога поможет избежать неприятных ощущений, связанных с лечением зубов. Главной целью посещения врача должна стать профилактика. Чтобы не лечить кариес и его осложнения, мы рекомендуем приходить на профилактический осмотр раз в 6 месяцев, то бишь 2 раза на год. Ну, чтобы дать рекомендации по уходу за полостью рта, какие щетки использовать, какие пасты использовать, то есть как правильно ухаживать, дополнительные средства гигиены, такие как флосы, ополаскиватели, пенки, то есть полностью проконсультировать пациента. И в дальнейшем, чтобы они просто у нас больше как были на профосмотре, нежели чем на лечении. Несмотря на небольшой состав детской стоматологической поликлиники, абсолютно каждый врач сегодня может предложить адекватное, а главное, безболезненное решение почти любой проблемы с зубами. И, конечно же, найти правильный подход к каждому маленькому пациенту.